Как бы сегодняшняя перемена – это возможность для меня показать себя. Конкурс «Большая перемена» – самый масштабный среди российских школьников. Творчество, экология, медицина, инновации – каждый из них выбрал свое направление. Финал в знаменитом Артеке. Итоговые испытания там проходили 1200 человек, победителей 600. Среди них и четверо наших земляков. Одиннадцатиклассники Антон Ершов и Ирина Бадмацеренова опередили всех своих соперников и выиграли по 1 000 000 рублей, создав макет уникального города будущего. Мы создали город будущего, солнечный город. Он в виде сот. Как раз-таки во время эпидемии очень эффективен, чтобы не разносить заразу. Современный город – это максимально комфортный для жилья город. И мы просто, знаете, не выдумывали ничего особенного, но при этом создали максимально удобные условия для всех. Свой проект они возводили из подручных средств. Ребята признаются, победить в таком конкурсе – дело непростое. Конкуренция бешеная, но в свой успех они верили до последнего. Теперь же юные миллионеры думают, куда потратить свои призы. Этот миллион будет подушкой безопасности для будущего. Если я не поступаю на бюджет, я трачу 1 000 000 на обучение. Если все-таки я поступаю на бюджет, этот 1 000 000 уйдет моей семье. Но мне не хотелось бы просто так отдавать 1 000 000 куда-то. Вообще, в идеале, вложиться в стартап. Двое других ребят выиграли по 200 тысяч рублей. Они также представляли свои проекты по урбанистике, но уже в других командах. Из Артека они привезли не только деньги, но и впечатления. Познакомился с огромным количеством интересных и классных людей. Бесконечные всякие концерты, выступления. На Артек-арену, физкультурный комплекс. Концерт, я, наверное, сказал, Звезды, Клава Кока, МОД, СТ. Вообще, было все просто супер на финале. Пока ребята отдыхали и боролись за награды, дома за них переживали родители. Волновались мы, конечно, очень сильно. 1 000 000, получается, школьников по всей стране участвовали в этом конкурсе. И было очень волнительно, конечно, узнать, что твой ребенок вышел в финал, выиграл, вообще победил по своему направлению. Мы очень сильно все радовались, болели за него. Болели за ребят не только родители. От имени Министерства образования и науки Республики Бурятия хочу вас поздравить. Это ваш, ну, думаю, не первый успех. Но самое главное, что это не последний успех. Поэтому я надеюсь, что вы действительно себя в дальнейшей жизни проявите и принесете пользу и Республике Бурятия, и всей стране. Это, конечно, сложнейшее испытание для ребят. Это сложнейшая подготовка. Поэтому еще раз хочется от имени председателя Народного Курала, от депутатов, от всех поблагодарить прежде всего родителей, наставников детей, что они смогли пройти вот этот путь и нашу Бурятию прославить на всю страну. И я думаю, что такие ребята, они будут, и это вот такой золотой запас нашей страны. Конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. Попробовать свои силы в 2021 году смогут не только старшеклассники, но и ученики с 5 по 7 классы. Большая перемена – наша мощная, сильная. Спасибо! Спасибо! Еще раз спасибо! Екатерина Иллистратова, Константин Гармаев. Новости дня.